Так. У нас практически середина нашего пути. Завтра, послезавтра у нас сильные дни, апогей перехода из тьмы к свету. Весеннее равноденствие. Это момент, который многие эзотерики используют как усиление своей практики. Потому что само понятие перехода от тьмы к свету является таким сакральным сатнам. И поэтому и у нас сегодня такое будет, ну даже по нумерологии уже возвышенная такая энергия. Сегодня у нас 19-е повторение, десятка. Десятка – это сияющее тело. То самое духовное тело, которое заявляет о нас без наших слов, о том уровне, который у нас имеется, который мы достигли, которым мы можем делиться. Сияющее тело – это тело уже мастера, который уже давно на пути познания духа. И через это тело уже человек может быть учителем, быть проводником света. И мы делаем соответствующую подготовительную дыхательную практику, которая опять же является активацией тонкого и сияющих тел. Просто говорю, уже процессы какие-то закручиваются. Это говорит о том, что мы уже много чего сделали. Хорошо. Напоминаю, что мы начинаем с дыхательной медитации, где у нас ладони смотрят вверх, руки ставим по сторонам тела, руки не касаются земли. Вдох и выдох мы делаем через круглый рот, губы напряжены. И вдох левой ладони над правой, образовали свой нимб. Выдох также через рот и мысленно и на вдохе, и на выдохе мы произносим мантру ХАР. Творчество бесконечности. Глаза закрыты. И через это дыхание мы будем развивать свою тонкую чувствительность, тонкую восприимчивость, свое сияние, свою силу и познание тонких планов, как себя, так и окружающих. Исходное положение. Дышим только через букву О, через рот. И повторяем ХАР и на вдохе, и на выдохе. Постарайтесь уходить в это движение и стать дыханием и сиянием. Thank you.
И вдох. Соединили ладони, переплели пальцы, вывернули ладони наружу, вытянулись изо всех сил, тянемся. Мощный выдох через рот. Снова вдох. Тянемся, растягиваемся, прогибы от поясницы влево и вправо. Выдох. Снова вдох. Вытянулись, прогибы. Выдох. Снова вдох. Прогибы. И выдох. Свободный вдох. Расцепили руки. Позвольте ему очищать ваше сияние, вашу ауру. Пускайте медленно. И расслабили руки на коленях. Сложили гьян-мудру. Или просто расслабили. Почувствуйте свое сияние. Почувствуйте свою чистоту. Свободный вдох. Хорошо. Возвращаемся. Сегодня эту первую часть вел точно не я, потому что у меня было четкое понятие о том времени, сколько мы должны делать. Но только когда закончили, я понял, что мы сделали в два раза больше, чем должны были. Мы с вами делали дыхание 11 минут. Ни минуты больше, ни минуты меньше. Даже и в мыслях не было, что это необходимо сделать. Хорошо. Мы подготовили себе и складываем ладони чаши. В каждой руке соединили указательные большие пальцы. Гьян-мудра в каждой руке. Гьян-мудра – это энергия расширения сознания, расширения получения истины. Расслабили руки, расслабили плечи. Мудра перед сердечным центром. Напоминаю мантру. Ом намо Гурудев намо Гурудев намо Гурудева. Мы пропеваем это от 3 до 5 раз на одном выдохе. Напоминаю, что акцентируем мантру пульсации пупка. И тем самым наполняем силой свою мантру и расширяем ее эффективность. Наблюдайте за собой. Полуприкрытые глаза смотрят на кончик носа. Слушайте свой голос, как непрерывный звуковой поток. Исходное положение. Смотрим на кончик носа. И начинаем.
Ом намо Гурудеве намо Гурудеве намо Гурудева. 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 Ом намо Гурудеве
Om namo gurudeva 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 namo gurud
Центр или на колени. Чувствуем. Свободный вдох и выдох. Это была одна из мощнейших вариаций, которую мы с вами делали. В комментариях Юджина говорится о том, что в результате своей медитации мы должны стать состоянием «ты». Это ощущение, когда ты становишься тем самым истоком всего сущего, всего, что есть. Сейчас действительно была искра этого состояния в процессе начитывания, в конце, когда я замолчал. Действительно было ощущение, что становишься тем звуком, той мантрой, которую произносишь. Это замечательный опыт. Я благодарю всех, кто поддерживал этот поток. Благодарю всех, кто проходит через это учение, через этот поток учения. Сама мантра нас соединяет с нашим духом, с нашим телом, с нашей бесконечностью. И мы продолжаем углублять этот опыт. Завтра, послезавтра у нас весеннее равноденствие. Не бывает такого резкого перехода в космосе, во всех событиях. Все происходит по нарастающей, потом убывающей. У нас несколько дней равноденствия. Завтра у нас будет в йога-центре практика часовой медитации, которая как бы уравновешивает тот марафон, который мы сейчас делаем. В этом марафоне у нас быстрое повторение мантры, быстрый ритм, который становится таким звуковым потоком, непрерывным потоком. Та вариация мантры, которую мы будем выполнять целый час в йога-клубе, она является, наоборот, протяженной. И мы будем пропевать мантру ва хэ гуру. И это я сейчас сделал быстро. Мы будем пропевать на каждом выдохе
одну из частей мантры. И даже на первом повторении мы уже войдем в измененное состояние Ва-Хэ-Гру. Ва – это как бесконечность. Хэ – это обращение к этой бесконечности. И Гуру – это слияние с мудростью. И это будет завтра. И это будет в 10:45 начало по томскому времени, 6:45 по Москве. И будет длиться какое-то время подготовка, потом час самомедитация и какое-то время гонг релакс. Спасибо за вашу поддержку, за ваш поток. Пишите, кто будет готов подключаться онлайн. В данном случае оплата обязательно, потому что, как завещал Ебаджин, если вы хотите получить что-то, вам нужно отдать что-то. Это закон Вселенной, это закон баланса. Одна. Ах, Гуру.